С осени до весны. Вот прямо я ожидал 1 мая, чтобы покататься на этих вот горках еще раз. Ждали-ждали и дождались. Сезон каруселей и сахарной ваты вновь объявили открытым. В первый день мая жители и гости города устремились за хорошим настроением и острыми ощущениями в Пушкинский парк. Артур Рыков изучил почти все аттракционы. Этот сезон решил начать с ракушек и не прогадал. Впечатление вообще чувствовалось, как будто ты летишь и прямо об скалы ударяешься. Это как будто прибавляет такого страху и ранее. Прям вообще нравятся мне такие горки. Как сильно все скучали по аттракционам, можно было понять по очереди в кассу. Она растянулась на несколько десятков метров. Желающих повысить уровень адреналина в крови было достаточно. Карусель, веселые горки, паровозики и машинки работали почти без остановки. Отличное настроение тоже. Открыли аттракционы в этом году. 3 года не катались, самое время. Хорошо было. Понравилось? Очень, да. Я чуть-чуть из котелек этих и улетел. Ходить по аттракционам, выигрывать игрушки всякие. Там, например, вот аттракцион, там шарики, например, я сбивал вот этими. Реальность это мне очень понравилось. Но не одними каруселями привлекает парк посетителей. У центрального входа собрались любители интеллектуальных сражений. Здесь играли в шахматы и шашки. В другой части парка звучала музыка. Там сказочные персонажи делали с ребятами зарядку, проводили конкурсы и игры. А на аллее мастеров можно было приобрести сувенир на память о городе и солнечном первомайском дне. Специально вышли на людей посмотреть, подышать воздухом себя свежим. Показать, да. Короче, да. Решили отметить этот день себя вот таким мы не очень. Бездельем. Обычно каждый день на даче что-то делаем. Но решили сегодня отдохнуть. Праздновать будем. Общаться со своими сродниками, в общем, с друзьями будем сегодня праздновать. Вечером весь день выходной. А еще 1 мая вновь заработали фонтаны, и сразу появилось ощущение беззаботного лета и тепла. 11 фонтанов будут радовать гостей и жителей города до конца сентября. Ольга Данилова, Сергей Соколов, Народные новости.